Вот еще хуже, все-таки, да, снять не может. А, ну, может, и не надо того снимать, да? А зачем? Я его, да, оставил такой. Хотя уже, может, там... Нет, ну, сказать, попытки снять, переменить часть успеха, поэтому придется тебе подорога нам запиться. Вот это маленький повесит. Так, поиск энтузиастов, дорогие друзья. Это вот переносной японский генератор. Он был вот, вот такая вот марка его. На 1 киловатт. Расскажи. Так, Володя Лебедев сейчас расскажет. Значит, Рубен предоставит электролизеры. Ну и сейчас Володя расскажет. Нам тут перепал бензогенератор 4-тактный на 1 киловатт. Вот такой чудный. Как бы и есть мысль попробовать запустить его от водорода. То есть как бы тут практически все есть, как двигателя. На нем же стоит вот здесь генератор на киловатт, как это, ну, как бы на коробке написано от него. Вот, и идея какая? Запустить от этого генератора электролизер. Электролизер как бы даст водород нам в эту штуку. И посмотреть, насколько эта конструкция будет эффективна. Рубен озвучил, сколько надо на электролизер, чтобы... Рубен сказал то, что от 50 там, до 100 ампер на 24 вольтах. Но как бы я, честно говоря, не представляю, сколько будет потреблять этот маленький двигатель. Как бы. Сколько потреблять чего? Водорода. Нет, а снять с генератора мы сможем такое? Ну, с генератора мы сможем снять там киловатт, ну, может, чуть больше, если он будет сильно греться. Там, ну, может, 1200 ватт, там, 1300. Больше не получится. Ну, а 100 ампер как мы переведем? А, ну так как, 100 ампер, это же у нас что? Это у нас, допустим, точнее, у нас киловатт, а киловатт в 100 амперах, это значит, получается, там 10 вольт, 100 ампер, это тот же киловатт. А нам надо 24 вольта, там 24 около 50 вольт. Ну, в общем, попадаем примерно по мощности. Чуть-чуть там он как бы... не сходится, но кто примерно. Нужен? Энтузиаст нужен, да? Да, ищем энтузиастов, кто, у кого есть желание все это дело скрутить в кучу. Но здесь еще блок управления надо. Да, но если будет энтузиаст, как бы, который все это дело скрутит, я этот мотор как бы, ну, заведу. А, то есть ты готов собрать электронную схему? Ну, да, а я нужен энтузиаст. Поставлю зажигание и все. Да, отлично, дорогие друзья. Вот такой вот сюжет. Облизывайтесь, кто находится, да, в других городах. А пока вот мы его слегка попробовали модифицировать. Он раньше заводился как бы вот от кривого тут от него, от веревки. И мы к нему приладили вот. Уже заводится. Ты его крутишь как генератор, как мотор? Как мотор, да. Сейчас вот за мой генератор, за трехфазный генератор, его крутим как мотор. С помощью обычного китайского контроля. А для чего? Просто проверить работоспособность электронной схемы, да? Да, и как бы то, что есть возможность даже его заводить как бы электрическим методом его. А, не вручную его это? Вручную, да, от кнопки, и все. Ага. То есть китайцы, наверное, до этого, конечно, додумались, у них, наверное, есть варианты с электрическим, но, тем не менее, этот был с ручным. Угу. Ну, аккумулятор еще таскать надо. Ну, у нас же стенд этот, как бы, демо. Посмотрим, ну, очень интересно. Эффективно. Так, пользуясь случаем, хочу показать, давно я хотел снять этот сюжет, дорогие друзья. Но сколько можно говорить, вот, лаборатория Усова, вот в таком состоянии, вот приходится так работать. Идет работа над коллайдером, и при этом, ну хорошо, есть проекторы, можно вывести на экран изображение. Ну ладно, вот работа идет, очень мощная катушка Мишина, реплика фантазии на тему катушка Мишина.
Вот дальше эта конструкция будет перемещена в подземную шахту. На конструкции будет установлено кресло пилота. Да, да. Сейчас шахту покажу. Сейчас продемонстрируем, как это будет. Вон там вон, крючочек у меня. Все сам своими руками, да? Ну да, а кто? А кто еще? Я здесь на себя делаю. Вот, кресло пилота. И можно взлетать. Управление. Так это что, да. Коллайдер готовится. Это вот токовая друзья. Часть, а там вот это, на напряжение. Все вот. Туда же вот это. Вот это? Туда же, да. Вот это, да? Все, да. Вот тоже система управления вот этим вот коллайдером. Это не управление, это формирование рабочих напряжений. Формирование рабочих напряжений. А управление там не очень хитрая система. Да. Ну все, 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 завершаем. В общем, поиск заканчивать же надо на генераторе. Поэтому поиск инициативного товарища. Может быть КЗ, может Саня КЗ за это возьмет. Для чего это делается? Сделать самозапит. А, самозапит, да. Ну, конечно, проверить. Это лабораторная работа, дорогие друзья. Возможно, да, работа на воде чистой и все. Без внешней какой-либо запитки. Хорошо. За счет воды. Ну и хорошо, грамулька бензина на 100 километров. Ну, на завод. Завод. Просто в интернете много болтают, а вот конкретно есть железяка, есть электролизер простаивающий, осталось руки приложить. Вот мы уже прикладываем руки, так что присоединяйтесь. Стоп, снято.